I still said no to me. Oh no. Oh, here we go. Что она делает, блядь? Нахуй она дрочит? Okay. Как я? О, нет. Братишкин, Паша Дизель, Макатау, Денли и Модестал ждут тебя, чтобы пообщаться и вместе зарядиться энергией горилла. А еще можно будет попробовать свои силы в любительском турнире по UFC и испытать удачу в розыгрыше Sony PlayStation 4 Pro. 8 декабря. Москва. Развлекательный центр Cyberspace. Не пропусти. Хуя нету, блядь. Я печенье делал. Масакады, Хидрят. А? Печенье делал. Сука, блядь, я расстроился нахуй. Ебаный хмарикот, блядь. Спасибо за 1600, блядь. Падла, блядь. Твари, блядь. Долбоёб, блядь. Блюдок, блядь. Тонкий крючок просунул. Чего не поставляется конус? Блядь, ну я вообще, короче... Я так и знал, так и... Смотри, блядь, смотри. Смотри, блядь. Нормально? Вадя, ты когда-нибудь в гоночке? Ох, поставь на паузу, пожалуйста. Поставил. Надолго? Сейчас, подожди, ну минуту 2-3 надо. Сейчас. Слышишь, а ты ногу в гоночке когда-нибудь играл на... Кайф. Слушайте, на чем? Просто. На роли. Нет. Разборка... Вот сволочь! Это что такое было вообще? Разборка будет. Короче, есть шанс, что я, блядь, его не соберу потом. Это стул на бой быстро сво... Вадя. Стул быстро собрал? Да. За минут 5. Нет, так вообще без вариантов. Без тем, надо взять. Блин, по факту вся техника довольно просто выглядит, когда ее разбираешь. Вырвал просто. Разборку просто оторвал. Реально. Типа так и должно быть. Бля, нихуя не пойму. А, она там вон. Блять, уебаный нахуй с рекламой. О, меня рыбу ест вместо этого. Быстро редактор нажал. Ну, короче, ясно, надо эту хуйню достать, да? Ты ее не выгнешь. Да, блять, он слабо, он сейчас сделан слабо. Не, ну нихуя, да это нихуя не видно, но, блять, все равно. Ладно, короче, поебать, короче, не похуй, хмарикот потом мне новый купит. Алло? Ты не попал. Алло? 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 I don't want stress either. I don't want peace. Да нет, ну нет, ну нет. Это по твоей. Короче, возьми для рыбалки, возьми для рыбалки и сделай из иголки булавки, зацепи сетку и потяни. Она не тянется нихуя. О чем речь? Как она тянется? Если ее так давить, ну это невозможно. Оно просто, микрофон очень тяжелый, когда он падает, оно прогинается. А так она, ну нихуя невозможно. О нет. Видишь, хорошо, дядь. Ну типа это не зацепить и не вытянуть. Ого. Скажи hallo, ich bin Freund. Hallo, ich bin Freund. Моя стена не редачится. Редактор нажимать он. А, ну он говорит, что мы можем быть друзьями. Да? Да. А он тебя в спину сейчас не выстрелит? Не знаю, а ты где? Я тебя спину прикрываю. Что такое-то? Меня не стреляет, пампа. Что за игра, блядь? Наебало какое-то, блядь. Леска рыболовная получится. Мне кажется, не получится. Мне кажется, не получится. Какой ты ебашишь так жестко? Вот теперь и все началось. Нихуя карабулик, блядь. Карабулинка, ты моя родненькая, блядь. Бля, вот честно скажу, ребята, блядь. Вот, блядь, вот если бы нахуй не, блядь, мои, блядь, кореша, блядь.
Ликс. Карабас, блять. Барабас, блять. Бустер, блять. Много, блять. Других, блять. Я бы не был таким. Да ты нихуя не сделал, честно. Да нет! Шучу, шучу. Реально, блядь. Я бы не был таким, блядь, какой я есть, нахуй, сейчас, блядь. Топсик, блядь, долбоёб. Просто идёт дебил. Блядь, ебать он ебет, пиздец. Пойдём, дадим тебе. Ты гитрач, что ли, блядь, там, нахуй, на микрофоне? Нихуя здоровый, блядь. Каравай, слышь, для тебя игру нашли. Слышишь? Смотри, хуялова какой. Кто, блядь? А, не, нормально. Погнали. Погнали нахуй весь микрофон раз. Погни. Не, я не буду. Нихуя срак, это что, Мир Халифа? А чё такое, можно снимать, что ли, пиздец? А давайте я нахуй сейчас штаны сниму, блядь, буду. Буду сидеть, блядь. Ese fue un culazo al agua, ой. 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 Обосрался. Кстати, вот давно его не вижу вообще никаких нарезках нигде. Он что, умер? А, он, ну... Он типа умер, и нихуя себе. Прикольно. Короче. Hello, my name is Kevin. Я помню Альтоводу раньше, так дохуя онлайна было, пиздец, и у Картмена. У Картмена очень много было онлайна. Короче, он говорит, ты немец, там кивни или нет? Я говорю, да, немец. Витюшу раньше тоже так обожал смотреть, пиздец, у него такие шутки охуенные были. Мужчина, и он начал потом по-немецки рассказывать. Витюша? Да, Витюша, знаешь такой Вики Цик? Что произошло? Да я же вообще не знаю. Да ты нихуя не знаешь, блядь, мне так кажется. Ты знаешь, блядь, только какую-то хуйню, блядь. Ты никого из Твича, блядь, не знаешь. Вот странно, что ты братишкина знаешь. Я не так часто на Твича стримлю. Баунти Хантер, блядь, я тебя все знаю, вообще все знаю, блядь. Мафия — это вообще пиздец, блядь. Наверное. Если это весь геймплей, типа, я просто полутался приехал. А как они в этом, в Counter-Strike вот эту хуйню играли, типа, эпично. Понял, как DayZ. Вот это вообще тоже разъёб тотальный. А если что, так можно, что ли, блядь, было? А, блядь. Надо работать всё-таки экстрасенсом. Возьми проволоку, просунь через сеточку и тяни. Да не, дядь, мне кажется, не так все просто. Да похуй, я забью хуй через неделю. Ну нет. Это не факт, я могу. Тебе невозможно играть, ты просто закрываешь. Что ты сейчас бил вообще? Бля, прикиньте, это раньше было популярно. Бля, вот вы заметили такую хуйню, что типа, пиздец, как такое происходит, что постоянно вот приходит новый там год какой-то, да, и новые треки, которые качают, и ты думаешь, блядь, вот эти треки реально лучше, чем те, потом приходит новый, ты такой, блядь, ну это реально лучше, чем те, те пиздатые, да, но эти вообще охуенные, типа, как это вообще работает, как, блядь, уже вроде все нахуй сделано. А чего вы ФНКС смотрите, или уже прошло? ФНКС, да, смотрим. Да сейчас там, ебать хуярится. Мало, кстати, как Джем играет, можно таблицу глянуть, вот, мне кажется, да, интересно. Глянем. А он не стримит? Нет. Да, не, нахуй не пошли. Приедаются. Ну хотя, может быть, приедается стиль, да. Описал тебе все подумал, но после стрима прочитаешь на стриме, лучше не смотри, а то там с роликом. А, я понял. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Есть шанс эту хуйню реально убрать? Меня калит просто, я не знаю. Я не какой там перфекционист, блядь, но я, знаете, человек... как это, ну как объяснить? Ну человек долбоёб, типа, понял? Вот если я зациклился на что-то, то я, блядь, сижу и постоянно об этом думаю. То есть, ну, блядь, я не знаю, как объяснить. Просто я параной какой-то или хуй его ебёт, блядь. Я просто сижу и думаю, я не могу заснуть. Я думаю, блядь, об этой хуйне. Это просто забей, это так мешает жизнь, блядь. Кого, блядь? Нет, не все так. Многим вообще похуй. У них что-то случилось там, да?
им похуй, просто они такие, ну ладно, там завтра сделаю, да, я нет, нихуя, я там, знаешь, я думаю об этом, блять, ну, я вот сейчас думаю, сука, ебать я долбоеб там, об этой хуйне до сих пор, многие уже забили, ну, типа, похуй, работает, работает, главное, что он работает, я сижу, думаю, блять. Нахуй пошел. Как ты попадаешь? Нахуй пошел, блять. Блять, Каравай, как ты можешь париться вообще, то, что ты сыграешь с Ликсом? Такой, как Ликс, блять, это единичный случай. Ты не встретишь никогда такого игрока, как Ликс. Нахуй пошли. Подожди, мне знаешь, что сказали? Обсессивно-компульсивное расстройство. Это равнодушие, а тебе жаль вещь за свои бабки. Не, брат, я не говорю про вещь. Я типа... Я говорю, в общем, у меня постоянно такая ситуация, чел. Типа, вот, например, даже это можно связать с едой, с там, я не знаю, с моей со всей жизнью. Вот я типа шарю, там, да, что-то случилось. И я буду ходить, вот я, например, да, залил ролик. Он хуёво просмотр срабал, собрал. Алло. Я нахуй испорчу настроение всем, блять. Ну, типа, вот самое большее я порчу настроение Маше. Я буду думать об этом, что ролик хуёво собрал. Зайду, если ролик заебись, то есть стрельнул, да, то у меня все охуенно. Но это не только с роликом, это совсем просто у меня так. О! Забей, забей. Бывает. Здорово, ебать. Самурай. Здорово, здорово. И все, блядь. Как у вас дела? Явно лучше, чем у тебя, блядь. Не, так таким ёбком, как ты родиться, блядь, это пиздец, как должно быть повести. Чувак, ты видел, какой красивый, блядь? Какие девушки, как звёзды, что светит с ночи до утра. Таким родителям, ну, это реально... Да, пиздец не попёрло тебе, братишка. Да вот смотри, мне купили, например, что-нибудь, я, блядь, накосячил, всё. Я не могу неделю, я буду думать об этом. Дядь, так это не у всех так, понимаешь? Я тебе рассказываю, братишка, смотри. Смотри, давай так. У меня был планшет. У меня был планшет, да, блядь, Nexus, блядь, хуй его знает. У меня была на нем маленькая царапина. Маленькая, незаметная. Сука, я ее видел всегда. И я неделю где-то примерно думал об этой, блядь, царапине. Ты, сука, понимаешь? Я брал телефон, и я первое, что видел, это царапину, которую, сука, никто не видел. Вообще никто, блядь. Nexus, ну я хуй его знает, такой 9, блядь, это. Я не могу. Илюха, у Илюхи, блядь, XS, ой, этот, XR, блядь, телефон, iPhone, он у него разъебан, просто пиздец. У него так царапины, без пленки, без нихуя, задер, ему похую. Просто похую, понимаешь? Это тоже не у всех так. Это ж, наверное, еще iPhone в чехле носит, да? Ты шо, долбоеб, конечно, смотри, чехол, блядь, и нахуй этот, защитное стекло. Пиздец, ты ёбнутый. Это ты ёбнутый, блядь, у меня все нахуй, у меня все телефоны выглядят идеально, понимаешь, идеально, просто идеально. Я ношу без всего, только что стекло защиты нормального айфона. Смотри, блядь, смотри, у меня ни одной нахуй царапины, просто ни единой. У меня новый телефон. Пиздобол ты, блядь, пиздобол ты ебаный, ты месяц походишь, и у тебя будут царапины уже. Бля, если бы я сейчас уронил, я бы, блядь, чокнулся нахуй. Не, ну просто, допустим, чехлы — это говно, вот стекло. Это... У меня на Монике такая хуйня царапина. Я ебать сажусь за ПК, смотрю на царапину. Дядь, блядь, так ты понимаешь, ты параноик, ты уёбище. Ну, блядь, ну нет, не уёбище, я имею в виду, что это только ты такой. Не все такие, понимаешь? Многим похуй. Типа, ты думаешь, что все такие? Нет. Типа, ну, таких челов мало, как ты. Да, если ты чела обосрал. Нет, ну я случайно сказал, блядь. А, да, случайно. Сейчас заграл ебанская, чё хиты не регает, блядь. Чего? Бронированный, что ли? Кто это был? Слышь, а мне до сих пор 5к баксов-то не дали. Ты дурак, что ли? А чё ты стрелял тогда? Я дроп списал. А ты нафига стрелял? А ты мог сказать, что ты подходишь? Молодец, Дангар, все так и было задумано. Теперь переноси все в тачку, я скоро приду. Блядь. Это че, блядь? Ой, чувак. Это че, блядь? Ой, чувак, ты Диману только не показывай. Ух ты, ё-моё, да. Диман, а Диман-то уже увидел, блядь. Это грязно. А что это, блядь?
Поэтому 90 не поднимал. У Диманова актерского блядь. Бомбони. Который попался мне, где мужчин не пускают даже рядом с примерочной. То есть там только девушки. Вы не можете даже возле двери девушки. Шаболды, блядь, в кругу собрались, блядь. И сидят. Там стоят там девушки такие, типа, так. Типа, разворачивайся, пиздуй. А хуяку-то все равно хочется. Причем всем. Диман, не обобщай. Всем им, я имею. Ну, блин, вы слышите вы это? Не обобщай, Диман. Я понял, я имею в виду. Конечно, понимаю, там фантазию там. Давай они. Пошлить. Блядь, ты как всегда. Это ты мне говоришь? А пошлить? Да, пошляк ты старый. Нихуя он стреляет, блядь. Что? Я вообще попасть не могу, кровающий. Боже, капец, ты красава. Строго, ты тоже как дебил с ним играл? Я вообще не понимаю, что происходит. Строго. Да не. Так. Тебе коробка не залетала с сэмочки? Он каждый раз, он сколько раз меня убил, это он залетал в сэмон машину. Ничего не делает. Он так и убивает. Нихуя себе. О! Мои любимые фотки подъехали, блядь. Диман, ты что ты делаешь? Ну зачем? Ебать, это что, Литл Каприз, что ли? Это порнозвезда, блядь. Я могу и так сделать. Блин, напишите в чате, какая у вас любимая порнозвезда, блядь. Вышек, блядь, потому что на фоток стой. Ликс, какая у тебя любимая порнозвезда? У него много, у него много любимых. Ну просто, которая выглядит, ладно, хотя бы нормально. Для тебя. О, нет. А вот это было странно. Блять, вот Ликсу, блядь, что-то он с темы ушел, 40 лет, он реально не, с темы ушел. У меня файт, сейчас скажу. Кто это? Фай, фин, а, фин, файт, киберспорт у него фин, там. Фин, 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 фин. А у тебя какая, Самурай? У меня много. Хотя бы одну. Ну имя говори. Саша. Мальчик-девочка. Мальчик-девочка. Грей. О, нет. Так она же не снимает ничего уже, блядь. Тебе показать? Нет, ну в смысле нового-то ничего нет. Ну-ка давай, Самурай, ну-ка давай, блядь. Подожди, нахуй. То есть ты все-таки следишь, да, за ней? То есть ты знаешь, что она уже... Не, ну новинок-то явно не было, блядь. Это нахуй это... О, почему? У меня зависло. Еще как у нее там... Да, да, конечно, я чекну, брат. У нее фамилия Паркер, я не помню, какое имя. Питер Паркер, это мальчик. Это тоже мальчик, Самурай. Нет, нет, нет. Братишка. Нет, это не по мальчикам. Саня, блядь. Эллисон Паркер. Короче, забей хуй. У тебя вся эти челы шарят. С тобой все ясно уже, забей. Питер Паркер, блядь. И Саня, нахуй. Не, ну это гениальная бадушка. Реально гениальная. Ну, типа, а тут я разделась. В свое время, короче, Дженна Джеймсон была прикольная. Тут видос. В свое время. В свое время. Хуя, ебать. Хуя, блядь, так чё, реально можешь, что ли? Как плаща, и когда от них отворачиваешься, они снова... Я навалила, блядь, я каким в жизни подошел бы, в консольчик приписал. Твой хуяк об не увеличился, блядь, забей. Ух, ёпт. Такой пенсил, блядь. Да криповенько, не, я этого не знал. Я понял, как в Докторе Кто была серия. И не надо понимать. Вот зачем придумано Алиэкспресс. Это нормально, вы ФНК смотрите. Я тебе знаешь, что скажу, батюшка? Я ебал рот этот ФНК. Никто не стримит, блядь. Пошли. А чё она на кровать встала? Чё, дура, что ли? Крысиный редактор был. Да, можешь, кстати, хуй нарисовать. Сейчас. Крысиный редактор. Мою, что ли, рисует, блядь? Нихуя волыну, блядь. А, ну вот это. Надо закончить произведение. Типа, Диман, тут... Да у меня не берется ничего, я так, блядь. Подписывайтесь на канал. О, нет, не похоже, блядь. Don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. Woman is my destiny. She said, "Ooh, shut up and dance." Хуя у него слышачки, блядь. Они там видно что-то, блядь? Да.
We were victims of the nights. The chemical, physical kryptonite. Посмотри видос СПТ, там очень смешно. Вообще мне нравится СПТ, как стреляет.